быть эскаф, который потерялся, не могут найти, не могут спасти, и заканчивается кислород. И я составила астрологическую карту с вопросом, найдут ли их, помогут ли. Мы берем людей вот за этот дом, здесь стоит Плутон, планетка, очень неприятное разрушение, которое обозначает смерть. Вот планетка, которая обозначает этих людей. И эта планетка находится вот в таких рамках с Нептуном, который обозначает, естественно, воду, как мы все знаем. Тем более, это планетка ретро, посмотрите, там Р. Это значит, что планета повреждена. Ну вот, представьте, они там сидят под водой, как все здесь описано, в заперти, и повреждены, и воздуха не так много, и вообще, короче, ужас. А, ну и Луну, мы, конечно же, всегда берем во внимание, что обозначает в карте смерть. Я сразу напишу раз, два планетка и три планетка. Ой, ну, Венера. Четыре. А Луна сразу с Венерой делает аспект. Луна делает сюда аспект. Луна делает сюда аспект, Сатурн делает вот сюда аспект, и больше никто никаких других аспектов не делает, никаких хороших аспектов в карте вообще нет. По этим данным мы можем сказать то, что связи со спасателями никакой нет, с жизнью почти тоже, и, скорее всего, их не найдут, не помогут. Даже если их найдут, то, скорее всего, уже будет поздно.